Вас приветствует Алена Ариес. На моем канале вы всегда найдете ответы на любые вопросы и мои контакты для записи на личную консультацию. А сейчас узнаете, какая правда откроется вам скоро. Ну, правда касается либо мужчины. Мужчина черненький, черные волосы, темные глаза, младше вас, серьезный, практичный, деловой. Либо это может касаться ваших детей или внуков. Дальше посмотрим, что же еще тут у вас. Да, правда касается каких-то ваших волнений и переживаний. О чем-то вы волнуетесь и переживаете. Либо по поводу мужчины. Да, и ждете, ждете каких-то, видимо, известий. Да, может быть, и ждете как раз-таки, что какая-то правда вам должна открыться. Да, может быть, чувствуете. Вот. Ну, здесь я вижу, правда, в отношении бывшего мужчины вам откроется. Какая? Давайте посмотрим еще, кроме всего остального. В отношении бывшего мужчины, девочки, откроется правда, что он примчится к вам и явится. Вот такая правда в отношении него откроется. И откроется то, что он очень сильно переживает. В любом случае, я тут вижу черненького мужчину и бывшего мужчину, да, или, как я сказала, это дети или внуки. Правда откроется именно о том, что мужчина очень сильно переживает, он хочет явиться, ну, для начала про мужчину, да, он хочет явиться, хочет восстановления или возобновления отношений. Но при этом боится, боится тяжесть у него на душе. Боится, что вы его выгоните, не примете, оттолкнете и так далее. Я думаю, не зря боится, собственно. Потому что обида у вас велика на него. Вот, поэтому не зря боится, но очень хочет при этом. Дальше, что касается, это вот может быть один и тот же мужчина, а может быть двое разных. Вот. Второй мужчина тоже переживает и тоже боится. То есть готов сделать шаг, но тоже боится и переживает. Вы прям такая, знаете, гроза. Гроза всех мужчин просто. Вот. Что касается детей или внуков, да, тут тоже может касаться вопрос, то какие-то у вас есть переживания по поводу детей или внуков. Как эти переживания, собственно, разрешатся? Карты говорят, что, скорее всего, все-таки это будет мужчина, да. То есть правда откроется в отношении мужчины о том, что мужчины вас, то есть двое мужчин я вижу. И, ну, в целом можно подвести итог. Карты говорят о том, что мужчины вас боятся. Задумайтесь над этим.